Без воды и еды. В столичном аэропорту больше 7 часов своего вылета ожидают почти 100 человек. Все они должны были улететь в Шымкент еще ранним утром на борту «Казах Эйр». Но рейс несколько раз переносили. По словам пассажиров, одна из последних причин отмены полета, как им сообщили, стала неисправность двигателей. Об этом сообщили, когда они уже находились в салоне самолета. Там пассажиры провели почти час, после чего их вновь направили в зал ожидания аэропорта. Где-то около 100 человек, но в основном тут дети, а вот они в основном мучаются. Там многие там уже проголодались, плачут, родители не знают, что делать. А вот, кстати, какая-то помощь была? Вода, питание? Нет, ничего не дали. Нашим корреспондентам удалось связаться с пресс-службой «Казах Эйр». Вот как они прокомментировали произошедшее. Сегодня с утра наблюдалась задержка на рейсе Нур-Султан-Шымкент. В первую очередь это было связано с погодными условиями. Сейчас в Туркестанской области вот в последние дни наблюдается сильный туман. Когда погода улучшилась, было решено лететь. Командир воздушного судна обнаружил небольшую неполадку. Мы были вынуждены высадить пассажиров. В настоящее время посадка идет, и рейс будет выполнен в ближайшие минуты.